Такие встречи проводятся неоднократно для того, чтобы усовершенствовать работу двух таможенных служб и для того, чтобы стимулировать экономическое и другое развитие двух стран. В этот раз приехала делегация для того, чтобы узнать больше о вопросах таможенного оформления посредством таких встреч, посредством такого общения мы сможем более глубже узнать о работе двух таможен и тем самым улучшить товарооборот двух стран и решить рабочие вопросы.